Друзья мои, здесь огромное-огромное количество народу. Передо мной Куаныш Мактыбаев. Куаныш, привет, дорогой. Уалейкум ассалам. Как твои дела? Нормально, слава богу. Куаныш, расскажи, пожалуйста, что здесь происходит и кто все эти люди? Вот здесь происходит. Мы завтра все ребята, вот 17 человек, 18 человек по Казахстану организовываем выставку. Выставка международного направления. Нам гости приехали с Молдавии. И Монголии приехали, завтра с утра Украина прилетает, с Узбекистана ребята приехали, Кыргызстана, со всех стран, точек Казахстана приехали люди. И Россия. И Россия есть. Расскажи, пожалуйста, что будет на выставке происходить? На выставке будет выставка мясосального направления. Мы будем в трех категориях как-то состязание устроили. Конечно, призы будут, хорошие призы будут. На первое место, на второе, на третье место. Расскажи про призы. Призы. Первое место $5000, второе 3000, третье место $2000. Это на тяжелый вес, абсолютный вес. То есть самый тяжелый баран, да, будем взвешивать? Ага. Самый тяжелый баран. А остальные категории $1000, $500. Но я думаю, там общий капитал... Примерно, я вам скажу, больше $40000 будет. Метр один высота в холке. Вот это светлый. Как кличка у него? Малыш. 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 Так, друзья мои, сейчас его будут взвешивать, а мы с вами посмотрим, сколько у него будет вес. Вот. Малыш. Вес у него был вместе с хозяином 300. 200 килограмм ровно. 200 килограмм ровно. 200. Малыш и каштан. Светлый это малыш, коричневый каштан. Так, еще два барана. Так, друзья мои, черный баран. Черный баран с огромным курдюком. Сколько вес был? Сколько рост был? 105 килограмм. Вес 105 килограмм. Рост 105 килограмм. 231 килограмм. То есть это... Как у него кличка? Куаныш, как кличка у него? А? Как кличка у него? Миллион. Миллион? Баран на миллион. 231 килограмм. 105 в холке. Кличка миллион. Огромный баран. Вот это черный миллион. Двести двадцать килограмм. А кличка как у него? Титан.
Титан, да? А, кличка Титан, 220 килограмм. А вес, а рост какой? Голды! Рост какой у него был? 97. 97 килограмм. 97 килограмм, 97 сантиметров, 220 килограмм, кличка Титан. Крокодил. Он должен быть зеленый, а он черный. Черный крокодил. А, тоже большой курдюк. Сейчас смотрим его высоту в холке. Высота в холке у крокодила получается. Все тут внимательно замеряют. Сколько? Метр пять. Метр пять, да? Метр пять. Очень приличная высота. Метр пять в холке. Сейчас он пойдет на весы. И я вам прокомментирую, сколько у него весы. Крокодил, метр пять. Метр пять крокодил. 182, 183 килограмма. 183 килограмма крокодил. Крокодил. Так, друзья мои, смотрим вулкана. Метр восемь. Огромный, огромный вулкан, метр восемь. Метр восемь. Но это все взрослые бараны, друзья мои. Вот, это очень здорово. 176 килограмм его вес. 176 килограмм, метр восемь вулкан. Высота очень приличная. Следующий баран по кличке Горилла. Горилла. Горилла, но он. Вот. Вот он стал. Сколько у него вес получился? 171, да? 171,5 килограмм горилла. И сейчас будем смотреть, какой у него рост. Горилла. Я вообще всегда прикалываюсь, какие классные клички дают всем тут баранам. Это очень... 97 килограмм высота. Рост гориллы 97 килограмм. Вот она, горилла. Ну, а в данном случае горилла это он. Да. Следующий баран. Следующий баран. Мы сейчас посмотрим. Кто будет взвешивать сначала? Сначала на весах. Гектор, если я правильно услышал. 179 килограмм. Сын каштана. Сын каштана, да? Ага. Так, сын каштана. Гектор. Гектор 100, вижу, с копеечкой. 101. 101 килограмм. Вот. Так, а у нас на весах уже другой баран, которого вес... Сейчас мы посмотрим, какой у него, вес. 170... 139 килограмм был. Вот. Но это, наверное, помоложе баран. У него курдюк, кстати говоря, более приподнятый. Вот. И 139 килограмм. Сейчас посмотрим, какой у него, какая у него высота. Рост 96. 96, да? Да. Ага, и как кличка у него была? А, не знаю, это уже не входит это. А больше 160 килограмм. Угу, понятно. Это не считается. То есть абсолютно. Ему не положено иметь кличку. Да, да. То есть те, кто ниже 160 килограмм, да, меньше, да? Да? Ага, вот у нас какая тут, ребята, дела. То есть если меньше 160 килограмм, то они не входят в распределение призов. Рыжий баран с красным поводком. 165, 167 килограмм.
167 килограмм. Сколько? 101? 101. Рост колки 101 килограмм. Рост колки 101 сантиметр. Так, друзья мои, это бараны до года, молодые. Вот. Из разных стран привезенные. И, соответственно, вы можете видеть их вес и, соответственно, рост. Ну вот, 122 килограмма. 122 килограмма. То есть это из молодых. Судя по всему, у нас победитель. Наверное. Так. Рост у этого барана, друзья мои. Рост. Сейчас посмотрим. Сколько? 92. 92 килограмма. 92 килограмма. 122, по-моему, был вес. Так. Из Кыргызстана вывозят какого-то достаточно большого барана. 131,5 килограмма. 132. 132 килограмма. Талаская область Кыргызстана. Как у него кличка? Как? Анар. Удар кличка. Удар. Удар. Да, это у нас был, друзья мои, удар. Вот. И сейчас мы посмотрим, какая у него высота в холке. Боя. Сколько? Сколько? 90. 90. Удар. 90 сантиметров. Большой. Это молодой, да? Да, да. Зубы не бросил еще. Угу. Отличный баранчик. Это все представители Кыргызстана. Молодой баранчик весом 105 килограмм, 104,5 килограмма, черного цвета. Ага. Весы зафиксировали. Высота у него. Это тоже все, ребята, молодые бараны. До года. Ну, сколько я понимаю, прошлогодние. Прошлогодние. Сколько? 92. 92 сантиметра. Это прошлогодние, да, получилось? Нет, этого года. Этого года? Нет. Ну, прошлого. Да, да, да. Прошлого, да. Прошлого. Прошлогодние бараны. Сегодня у нас 12 марта сегодня, друзья мои, 23-го года. А это тоже из Кыргызстана, из Бабкена, да? Да, да.
Из Баткена. Из Баткена. Как? Абдукарим, имя Абдукарим. У кого, барана или хозяина? А имя у барана какое? Баткен. Баткен? Да. А, Баткен из Баткена. Баткен из Баткена пришел. Ага, вот так вот. Кличка барана Баткен из города Баткен, Кыргызской республики. Абдукарим, хозяин барана. Сейчас мы посмотрим, какая высота у Баткена. 92. Сколько? 92. Это все прошлого года, да? Так, друзья мои, я тут между камерами. А как кличка у него? Дерзкий. Дерзкий? Дерзкий. И вес, и рост какой у него? 90. Рост 90. Так, друзья мои, следующий баран. 109 килограмм. Как кличка у него? Не знаю, еще не сказал. Кличка как? Кличка как у него? Самурук. 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 109 килограмм. И соответственно рост у него 90. Сколько получилось? 92. 92 килограмма. На самом деле удивительно много баранов, достаточно тяжелых, ну, годовиков, скажем так, прошлого года. Это 96 килограмм черный. Сантиметр. Тут целая очередь стоит с людьми, которые выводят баранов. А это все, опять же, бараны молодые. Это сын Жандоса, он сказал, что ли, да? А? Нет, это сын 80-го. Ага. Ну, Каспий, да, у него кличка? Да. Как? Молодцы. Да. Так, друзья мои, да, тут определяют возраст баранов, чтобы были молочные зубы, потому что это все животные молодые. Самый тяжелый 130. Годовичок, да? То есть 130 килограмм самый тяжелый, да? Ага. 130 хорошо. Вот так вот, друзья мои, самый тяжелый баран годовичок, который смерили на сегодняшний момент, был 130 килограмм, и его привезли из Кыргызстана.
друзья мои, здесь огромное количество людей, которые приехали из Кыргызстана. Рамис, расскажи, сколько вас человек приехало, и главных людей здесь, и про кубки расскажи. Ты лучше всех, наверное, знаешь. Хорошо, у нас с Кыргызстана пришло около 100 человек. К сожалению, сейчас здесь не все. Но здесь наш председатель нашего джамата, председатель овцеводов Кыргызской республики, наш Мирлан Байке. Наши аксакалы здесь, вот, в Сталовской области, Марс Байке. Ну и дальше, наверное, наш председатель уже все расскажет, скажет насчет кубков. Давайте, кто у нас, во-первых, салам. Кто у нас победил из кыргызов, в каких номинациях, что забрали? Почему не самый крупный баран из Кыргызстана, а из Казахстана? Ну, если честно, этот выходец вообще из Кыргызстана. Сам Миллион, который сейчас показал рекордный вес, 231 килограмм, с Таласской области, значит, выходец. Дальше, значит, призовые места в данной выставке заняли среди молочных зубов 132 килограмма показал. И среди четырех зубы, да? Двух зубов. 53 килограмма. Тундра. Да. Два зуба. 150... А, тундра тоже ваш, да? Да, да, да. 153 килограмма. И жираф наш тоже среди четырех зубовых 173 килограмма вышел, да? Вот я что заметил, вот с 2018 года первая выставка провелась здесь, в Чимкенте. Дальше мы поддержали эту эстафету. И с каждым годом у нас идет нарастание, вот даже по росту, по весу. Я думаю, это очень хорошо. Думаю, есть к чему стремиться. Поэтому желаю, чтобы больше таких мероприятий было. А вы освещайте эти мероприятия. Да, с удовольствием. Сейчас бы я хотел сказать, дать слово человеку в ринге. Как зовут? Халбет. Халбет, спасибо за вашу работу в ринге сегодня. Ваше впечатление, вы были в эпицентре этого всего действия. Что вы скажете про баранов? Несколько слов. А, что вы можете сказать? Кыргызский лучше? Ну, ролик по-любому. Да. Что можно сказать? Как всегда говорится, мы когда там в этом начале, это азарт, такой азарт, когда видишь новое что-то. Теперь еще есть одно стремление. На сегодняшний день вышел такой рекорд. Теперь мы будем стараться, стремиться. Это как спорт же. Постараемся этот рекорд побить. Всеми силами ждем вас на нашей выставке в Кыргызстане. Рахмет. Ну, на самом деле, мы же снимали в Кыргызстане барана, который был 212, да? 214. 214 килограмм, да, у Николая. Да. Вот. Так что, по крайней мере, по весу-то, по росту-то точно есть крупнее, да? Да. И да. Сын его сегодня тоже хорошо выступил, да? Да, по абсолютке первое место по высоте. 208, да? 108. А, 108. 108 метров, 8, да. Вот так вот, друзья мои, это была команда из Кыргызстана, которая приехала больше, чем 100 человек? Почти. Больше? Около 100. Около 100 человек. Ура, друзья мои! Ура! Ура! Маленький вес, да? Да, да. Угу. 90, от 90. От 90, да? Выше. То есть у молодых баранов от 90, да? Выше, да. Ага, 90 и выше. 92. Угу, 92 вот этот. Баран рыжий. 90. А как кличка? Алиф или? Да? Алиф. Да. Алиф. Ага. Из Сарагаша, Казахстан, черный баран. Полгода не дает зимовый.
Так, друзья мои, здесь продолжается взвешивание. Барана. Какой у него вес был? Вес какой у него был? 103. 103, да? Титаник. Титаник, да? О, Титаник. Опять Титаник. Мой ушка. 103 килограмм. Сколько высота? Сколько высота получилось? 92. Ага. 97 килограмм, стриженный баран, очень красивый. 98 килограмм. 98. Да, по нему не скажешь, что он... Что он такой тяжелый. Ну, 98 килограмм. Очень красивый. Серого цвета. Вот. Напомню, что все это молодые бараны прошлого года. Сегодня у нас 12 марта 2023 года. Сколько? 87, да? Опять сарагаш. Вес недостаточно, 75 килограмм. Напоминаю, что вес от 90 килограмм. Вот, выводит какого-то хана, судя по всему. Да. Из Джамбула, да? Барана зовут Хан. Он в попоне. Вот, 114-115 килограмм. 115 килограмм. Вместе с хозяином он весит 200 килограмм. Вот. Сейчас с него снимут попоны. У него там, наверное, гири подложены. Вот. Так, хан. Высота, смотрим, какая у хана. Высота у хана. Сколько? 97, да? 97 килограмм, хан. И напомню, что вес у него 115 килограмм. Ребята очень хорошо подготовлены. Мало того, что у... Мало того, что у предыдущего варана еще и попона была с кличкой, так еще и ребята были в фирменных куртках, это тоже прикольно. А... 109 килограмм. Как кличка у него? Кличка? Арнольд. Откуда вы? Из Ордобасинских районов. Понятно. Сколько у нас получилось? 92, да? Да, О, какой-то достаточно большой. Или нет? К сожалению, нет. Не довез. Вот. Да, бывает так. На вид, на самом деле, он достаточно большой. Еще баран с попоной, на котором написано... Бугай написано. С
Жамбульской области. Бугай. Сейчас мы посмотрим на этого бугая, сколько он будет весом. 124,5 килограмм. Бугай. Ну, попону можно там убрать еще килограмм. Да нет, наверное, килограмма не будет. Вот. Ну, давайте без попоны бугая взвесим. Бугай из Жамбульской области. 122 килограмма. Баран быстро спрыгнул. Еще раз мы его взвешиваем. 123,5, да. Да. 123,5 килограмма. Давай. Меряем у него рост. Хороший баран. На анаболиках баран-то. Да, очень важно правильно поставить животное, чтобы ноги ровно стояли, чтобы он не приседал. Сколько? Сколько получилось? А? 92, да? 92. Бугай 92 килограмма. Вот, как мне кажется, интересный баран. Черного цвета. Сколько у него вес? 108,5 килограмм. Хозяина зовут Ахмед. А как у барана кличка? Бегемот. Бегемот. А и откуда вы? Махтарал, Джицай. Ага, из Джицая. Махтарал. Кличка Бегемот. 108 килограмм с половиной был на весах. 91 сантиметр высота. Очень приличный баранчик, мне понравился. 101 килограмм. Что это, каштан? Да, каштан, нет, хозяин. Ага, хозяин каштан. 93 килограмма. Мне кажется, не очень большой баранчик сейчас черный вышел. Ну нет, смотрите, 97,5. Да вот по нему не поймешь. 102 килограмма. Вроде худой. Да. Вот такой же был. Да. Подшил же гирю к нему там, да, под кожу. 102 килограмма. И 91 килограмм высота в холке. Вес. 91 высота в холке. А это 105,5 килограмм. 105,5 килограмм. Вес 106 килограмм. Откуда вы и как кличка барана? Корабль. Корабль, да? Проходил на вас. Ага. Сколько? 88. Корабль. 117.
117 килограмм. Это Куаныши? Куаныши, да? Куаныши, да. Ага. А как кличка у барана? Рамис. Рамис. Вот. 117 килограмм и 89 высота. Высота. 125 килограмм. Сто двадцать четыре с половиной килограмма. Сто двадцать четыре килограмма и высота в холке у него. 92 килограмма. И кличка как у него? Миллиард, да? Триллиард. Боинг, да? Это бараны Куаныши Мактыбаева. Несколько их примерно одинакового качества, на самом деле, примерно одинакового веса, там за 120 килограмм. Данный баран 124 с половиной. 125 килограмм. И высота у них... Миллион на полосу. 95, да? Пока рекорд 131 вышел. Да. Кобра. Сто девять с половиной килограмм, сто десять и пять. Кобра. Тоже владелец Куаныши Мактыбаев. Вот. Кобра. И высота у кобры 92. 92 сантиметра у кобры высота. Ну, сейчас посмотрим вот этого рыжего кошкара. И узнаем, это мясо у него или шерсть. Не хочет заходить на весы. Приходится его... С хозяином больше 200. Вот. А без хозяина 109-110. Вот, говорит, на минутку. На секунду. Ну, 112 я бы даже видел там. Сейчас поставим барана. Бараны стесняются, на самом деле, не очень хотят стоять ровно. 110 с половиной килограмм. А кличка есть? Статус, да? Статус. Можно
Козытма. 89 сантиметров. Кличка статус. У нас продолжается мероприятие. Это у нас двухлетки. Сейчас я пройду на другую сторону, чтобы прокомментировать вам, друзья. Вот. Ух, ух. Кругом люди снимают. Кругом люди снимают. Вот. Так. Рустам Каша Борман. Отсун Борман Паша. Джизон Борман Саман. Как у него кличка? Сокол. Как? Сокол. Сокол? Да. Сокол. Сокол. Сок. Сокол. 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 Сокол 94. А вес какой у него был? Оп. Да, вес я просмотрел. Вот. Потому что пока. Сокол. Вот. Продолжаем смотреть двухлетних баранов. Из Жамбульской области 154 килограмма, 155 килограмм, 150. Сто пятьдесят шесть килограмм. Не хочет баран встать. Ребята хотят перевесить. Баран не хочет стоять, ну, порядка 155 килограмм. 152 килограмма, 153. А как кличка у него? Кличка как у него? Тундра. Тундра. А? Тундра. 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 Метр один. 101 сантиметр высота. У тундры хорошая тундра. Каштан? 130 с половиной. Каштан, да? Да, да, да. 130 килограмм, 130 с половиной. И высота в холке. Высота в холке. Каштан. 94 сантиметра высота. Вот. 140 килограмм. 140 килограмм. 140 килограмм. А как кличка у него?
Беркут. 140 килограмм. Беркут. Высокий, мне кажется, около метра как минимум. 140 килограмм. Беркут. 140 килограмм. И высота у него 99. Хороший беркут. Напоминаю, что это бараны двухлетки с двумя зубами. Вот у нас черный баран. Мне кажется, тоже достаточно крупный. Сейчас мы посмотрим его вес. 136,5 килограмм. 136 килограмм. Так, представитель Кыргызстана. 129 килограмм. Как кличка? Нур. Нур. 4 дня, как два зуба у него вышло. Ага. 92 боя, 92. Арсана. Сколько вес? 92. А высота? Высота 92. 92, ага. 129 вес. И 92 рост сантиметров. Да. Сейчас мы поговорим с разными участниками. В первую очередь я хочу вам представить Павла. С Павлом мы уже знакомы. Приветствую, очень Павел. Очень рад, очень рад. Павел всех. Из Молдовы, главный овцевод Молдовы. Перед нами Евгений Петрович. Привет, Женя. Украина с нами. Россия, да. Представь, я пожалуйста. Я Урел Бирюков. Тоже один из самых главных наших фермеров Молдавии. Аурел? Аурелю, да, Аурелю. Да, Аурель. Да, да. Павел, расскажи, пожалуйста, свое впечатление о выставке. Что скажешь? Знаете, это даже в словах нельзя сказать. То, что мы видели здесь, эту красоту, это новые рекорды. Мы побывали в прошлом году и в Киргизстане, но здесь на этой выставке все выше и выше. Я так говорю, что мы все поднимаемся. Мы тоже хотим, чтобы наши овцы скрещивать, что-то новое. Для этого и живем, чтобы не сидеть на месте. Все новое, новое, новое. И мы передаем уже сообщения, фотографии наши овцеводы с Молдавии. Люди верят, что 231 может быть ну, баран? Ну, сказали, там точно баран, не ишак. Но по фотографиям доказательства есть. И очень рады. Думаем уже, как смешивать что-то, получить новое, чтобы был интерес и... Самое главное была конкуренция. А мы знаем, что Петрович нам поможет. Он рядом, наш брат украинец. И у него знает, тоже... Петрович, да. Шарашан и чистейший. Петрович, расскажи, пожалуйста, ты сегодня долго добирался, но добрался. Почти пешком. Да, почти пешком. Да. Что успел посмотреть, что можешь сказать? Я, конечно, получил чистую, как кайф. Говорится, кайф. Другими словами, не передать. Чистый отдых, в первую очередь, то, что я видел своих друзей, своих знакомых, товарищей, единомышленников. И, конечно же, увидел баранов этих, которых я люблю, которых у меня увлечение, которые просто-напросто, ну, завораживают. Один раз посмотрел, уже не можешь оторваться. Даже, я же говорю, мы, вот ребята их второй-третий раз видят, но уже хотят все. В своем... хозяйство. Я несколько лет и хочу, и очень доволен, что в Украине тоже присутствует эта порода, чистая порода арашанов с документами именно киргизского общества арашановодов, выписанные там, ну, прошедшие экспертизы. В целом, я очень-очень, и тем более организация на высшем уровне, и ребята, которые приехали раньше, вчерашний банкет, вчерашние посещения, без ума, и говорят, такие бы праздников делать побольше. Но опять же, если больше, никто работать не будет. Да. Аурель, и еще твои несколько слов про выставку. И, ну и про себя несколько. Расскажи, пожалуйста, каких овец держишь? Я держу овец Суфолк. Это мясная позиция. А где же каракуль? У тебя вот шапка каракулевая практически. Это подарили. Да. Нам подарок сделали. Да. Чапан, да, каракулевый. Я что могу сказать? Нас очень красиво и душевно приняли, да.
Мы их, как всегда, мы ждем их, они у нас были в гостях, ждем. Наш подвал всегда открыт, там много бочек с разным вином. Им понравилось. С разными пробами. И что я могу сказать? Мы ждем всех, всех желающих, да, к нам, когда будет у нас фестиваль вот этот. В октябре, да, фестиваль? В конце октября, начале ноября. Всех желающих. Фестиваль овцеводства и козоводства. Всех будем встречать, и душевно все будет. Вот этому барану очень много аплодировали. Сын Золотого. Сын Золотого. Сын Золотого, да? А кличка у него как? Кличка как? Карат. Карат, да? Карат, сын Золотого. Какой вес у него был? 180. И высота? 96. Высота 90. Карат, сын Золотого. А возраст 4 зуба, да? 4 зуба. Да, да. А какой у него возраст? 2,5. Да, да, 2,5, 3 года. Да, экстерьер, болты. Экстерьер. Так, друзья мои, здесь вес баранов 4 зубок, от 2, вернее, их возраст от 2,5. 2,5-3 года, соответственно, решили минимальный вес, который будет 140 килограмм. Рустам Тургунов. Вот, 153 килограмма. Рустам Каштан. А почему он каштан? Потому что у него был баран каштан, которого продали за 40 тысяч долларов этого каштана. А у этого барана, красавчика, ровно метр, да? 153 или 154 килограмма, сын Гулливера. Вот. 95 сантиметров. Сколько? 95 сантиметров. Так, какого-то огромного барана завозят. 124. Но у него недовес. Но эксперты будут смотреть экстерьер. Недовес. Вот представляете, 124 килограмма, и это считается недовес. А вот такие вот огромные здесь бараны. Здесь действительно идет очень серьезная конкуренция. Из Карабалты. Это Кыргызстан. Вот, хозяин. Кинди Мулабай. Я вижу 205, да? Килограмм. 158,5, да? Огромная высота. Больше метра 100%. Метр два, да? Метр два. Метр два. Метр два. Метр два. Огромный. Вот. Метр два. А как у него кличка была? Карабалта. Карабалта, да? Ага. Килограмма. 163. Тоже сын Гулливера, да? Да, да, да. Сын Гулливера, 163 килограмма. Генерал Атоша. Как кличка? Генерал. Генерал? Да. Логично. 163. Генерал Атоша. 97. 97 килограмм. 97.
Но это так солидно, 163, и вес не очень, ой, и рост не очень большой, на самом деле, 97, вот, но вес очень большой, вот. Генерал звали того черного барана. Сейчас пытаемся поставить рыжего барана. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, сняли с него ошейник, практически сняли. Не хочет баран заходить. Вес 153 килограмма. 154, 155 килограмм. 155,5. Напомню, друзья мои, что это у нас бараны четырехзубки, возраста от 2,5 до 3 лет. Метр. Высота метр. Высота метр. Еще один черный баран не прошел испытание весом. Вот. И у нас выводят кого-то по пони. Офицер. Баран по кличке Офицер. Вот. Очень мне нравится на самом деле вот такие классные попоны. Это одна и та же команда. Вот. Вес 165 килограмм. 165 килограмм. Как кличка у него? Офицер. А, да, офицер. Да. Офицер 165 килограмм. 165,5. Откуда он? Алматы. Из Алматы, да? 165. Так, и соответственно. Метр два. У офицера рост. Вот такой вот у нас офицер. Еще у нас золотой баран по кличке Золотой. Опять тоже с крутыми попонами. По кличке Золотой. Сто 60 килограмм. 160. Алматы. Это также из города Алматы. И ровно метр высота в холке, ровно метр. На самом деле они похожи с предыдущим офицером. То есть у них форма одинаковая, с моей точки зрения, была у Золотого и офицера. Вот. Так, сейчас там ребята проверяют зубы. У нас 4 зубки, напоминаю. 2,5 и выше 3 килограмма. Вот у нас 167,5.
167,5 килограмм. Это из Кыргызстана? Да. Как у него кличка? Дамбо. Дамбо? Дамбо. И высота 97. Высота 97. Качкар из Баткена по кличке Жираф. Жираф 173,5 килограмма. 173,5 килограмма. Баткен. Из города Баткен. Кличка Жираф. Кличка Жираф. 170. Я уже забыл. 170. Сколько 170? 170 с чем килограмм? Ну, Кочкор в Бишкеке стоит он сам. Но хозяин из Баткена, из Сулюкта. Ну да, в Сулюкте это мы были. Родственник подавая. Ага, понятно. Они друг друга знают. Понятно. Вот. И заодно передаем привет. 173,5, по-моему. А высота какая у него получилась? Высота какая? Метр. Метр, да? А, и 173, по-моему, да? Да, да, да. Ага. Вот такой вот. Вот такой вот баран. Нет. Это пока самый большой из этих, нет? 180. 180 был, да? Пока. Второй? Да. Ага. Друзья мои, выставка огромная, международная. И здесь у нас представители Монголии. Как по-монгольски говорят «здравствуйте»? Сэмбэну. Сэмбэну, да? Здравствуйте. Сэмбэну. Сэмбэну. Алексей, как зовут, представьте? Хосвайер. 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 Он певец. Да, певец. Я слышал, как вы пели сегодня. Вчера пели вы, сегодня он, Хосвейер, да. Вас как зовут, скажите? А меня зовут Дорч Фурер. Дорч? Дорч. 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 Ну, по-русски можно Доржи. Доржи. Сложное имя, но я запомню. Хорошо. Когда мы с вами второй-третий раз встретимся. Расскажите, пожалуйста, вы зачем сюда приехали? Ну, знаете, 2019-го. Я видел на YouTube-канале насчет этих баранов, гисарских пород. И там господин Анвар каждый раз сообщил, что вот тут есть вот такой большой баран, который они вот выращивают. Вот это было очень интересно. Почему? Потому что Монголия... Мелкие. Маленькие. Ну, немножко маленькие. Зато много. Зато много. Потому что, как вы знаете, у нас всего 3 700 человек. Население. 700 тысяч населения. А у нас есть 33 миллиона овец. 33 миллиона овцы, да? Да, овцы, да. Так что, если мы этого, как сказать, да, увеличим рост. Увеличим рост и получаем хорошие доходы от этого. То монгольскому экономику это будет очень полезно. И ему, и овцеводству будет очень выгодно. Сегодня мы пришли и увидели, ну, в каком размере они и как они соблюдают. Вот очень прекрасно тут. Как вам баран, который весит 231 килограмм? Такое можно представить вообще или нет? Знаешь, в Монголии двух лет годовали корова, весит где-то 200 килограмм. И вы что? Да. Корова? Да, корова. Там бы черри так, поэтому ты сюртеут. Ну, они только тут не в фермерском виде, мы же всегда на пастбище. На пастбищах, да. Зимой, летом, осенью, весной. Всегда на пастбище. Так что наши скоты, они как сильные. Выносливые. Выносливые. Еще даже зимой там у нас 40
минус 45 или как-то получается иногда. Холодно. Да, это очень холодно. Угу. На таком природе жить это очень тяжело. Тяжело, тяжело. У певцов тоже есть скот свой? Чем-то. Матвага югачем. А, бага. Да? Да. А то хур хоньяма. А у него есть бараны, козы и лошади, и еще коровы. То есть у каждого жителя Монголии есть свой скот, чем бы он ни занимался? Ну, кто живет в городах, тут нет коровы, или как скотовод. А на Худоне у каждого есть. Айнурок, кличка у этого барана, шестизубка, возраст от 3 лет. Сейчас пойдет как раз именно эта группа. Вот. Айнурок, не пойдавал машину в линии. Да, а айнурок это с молдавского, типа на здоровье, как-то вот так, то есть желают здоровья, когда выпивают тост. Какой у него вес-то получился? 190 с половиной, ничего себе. А, да, это уже другая, да, другая категория, 190 с половиной, вот, айнурок. И высота у него... Метр один. Айнурок. Конечно, всегда очень интересны клички этих баранов. Гектор. Огромный баран, и говорят, недовес. Сейчас буду думать, может быть... Я не знаю, ребят, какой недовес. Я думаю, вы меня видите, огромный баран. Говорят, что у него недовес. Может быть, сейчас пересмотрят какие-то данные. Как такой может быть? Огромный баран как-то. И вес у него, и рост у него высокий. Метр четыре, но не довес. А минимальный вес какой? 150, да? Ага, минимальный вес 150. Чемпиона. 192,5. А как кличка? Борзый. Борзый качкар. 192,5. Да. Боя. 192,5. И высота у него 103, я вижу. Метр четыре. Борзый. Сто пятьдесят девять килограмм. 95. Так, желтый, да? Желтый. 162. 162 было. Сейчас посмотрим. Сто шестьдесят два килограмма. Желтый. Это бараны шестизубые. Сколько? 90? 98.
Следующий баран у нас 167,5 килограмм. 168. Как его? 160. Тайфун? Тайфун. Тайфун. Баран по кличке Тайфун. 168 килограмм и высота в холке 96. Хороший тайфунчик. Следующий баран у нас недовес. 131 килограмм. Так, проверку на зубы прошел. Напоминаю, что это шестизубые бараны. Вот. Но, к сожалению, у него недовес. Но мне тоже кажется, что у него нету 150 килограмм. Худоват, как мне кажется. Сейчас мы это посмотрим. 126 килограмм. И, соответственно, он также отправляется за весы. Серьезная конкуренция на выставке. Очень высокую планку поставили по весу. Вот организаторы. Оп. Баран не захотел вставать. 106. Ну, совсем недовес. Он, наверное, сам решил, что ему не надо на весы. Вот, поэтому не хотел. Сейчас смотрим, мне кажется, тоже здесь нету 150 килограмм. А может быть и есть. Сейчас посмотрим. Черный баран. 181 килограмм. Надо же. А на вид не скажешь. 181 килограмм. Очень-очень круто. А как кличка у него? Шварц. Шварц. Шварц это черный. Шварц. 181 килограмм. Высота в холке. Сколько? Сколько? 99. 81 килограмм и 99 рост. Максимус баран. Максимус. Чуть не снес камеру. Чуть не снес камеру. Так, Максимуса повели на весы. Покажет ли он рекорд у нас? 148. Недовес, немножко недовеса. Но зато двигается хорошо. Сто пятьдесят два килограмма. Метр шесть, да. Высокий баран, 1.06 м. Я думаю, что он может претендовать на победу именно по высоте. Красивый баран на самом деле. Хорошо двигается, активный. Вот. Я думаю, что и в стадии он будет достаточно активный. Активный баран. Как зовут? Лазер. 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 170. 169,5. 170. 169,5. Вес серебряный. 168,5. Сейчас взвесим. 167,5 килограмм. 1.02 м. Высота у лазера. 1.02 м. Лазер тоже. Лазер.
Друзья мои, значит, сейчас мы находимся в цирке, Шымкентский цирк. Он забит, я бы сказал, до отказа. Я не знаю, сколько людей ходит на представления в Шымкентском цирке, но на соревнования, чтобы выявить самого крупного и самого высокого барана, людей пришло очень-очень много, практически полный цирк. Посмотрите на трибуны. Ну а мероприятие продолжается. Больше 100 кресел в каждом секторе. Ну, можем, значит, вот пустые не считать, и примерно по 100 человек тогда будем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 секторов по 100, 800 человек минимум присутствует здесь на мероприятии. Еще сколько человек здесь, еще сколько человек за кулисами, так сказать, цирка, которые помогают выводить барана. У нас тут работает международная... Добрый день. Рахмет. Международная коллегия судей, где идет обсуждение, кто лучше, кто хуже. Ну, обсуждение какое? То есть веса уже все выявлены, рост тоже выявлен. Сейчас идет разговор о, может быть, каких-то экстерьерных качествах барана. Ребята выбирают, кто кому больше понравился. Итак, значит, до года самый тяжелый баран был 131 килограмм прошлогоднего. Напомню, у нас сегодня 12 марта 2023 года. Прошлогодний баран, зубы смотрели, молочные, 131 килограмм. А взрослые бараны, не помню возраст, был 231 или 234 килограмма. Вот такой огромный вес. Ну, сегодняшний день, да, по мясосальной породе рекорд 1 231 000. 231 килограмм. Вот была недавно группа, которые фиксировали его вес. Это да, книга рекордов Гиннесса. Приехали представители со Астаны на улице, да. Две гири поставили специально, чтобы проверить, правильно ли вес показывает. Заводят на веса. Вот нам только что показали 230 килограмм. Четыре года. Сарагашская область, район. Казахстанская книга рекордов. Да, книга рекордов Гиннесса Казахстана, да, я так понял. Но и так тоже по факту он является самым крупным кошкаром. На сегодняшний день живой. Это что за пояс? Вручение. Ошейник это, ошейник. Ошейник типа пояса, да. Чемпион, да. Да. Ошейник типа пояса. Да, ошейник типа пояса. Ну это новая традиция какая-то. Новая традиция, да? Ноу-хау, выставки. Ну, каждый год появляется что-то новое.
Друзья мои, а еще у нас есть фермерский форум в Телеграм по этой ссылке, где вы можете пообщаться с другими фермерами. Также не забывайте про наш форум на портале Фермер.ру. А здесь и здесь вы можете посмотреть другие наши видео.